Привет, мои дорогие друзья! Я вещаю из своей кельи, ромашишечку, мои хорошие. Во-первых, я всех хочу поздравить с таким праздником. Это один из самых любимых моих праздников Покрова-Покрова. Моя бабуля всегда рассказывала, что это подведение итогов, как бы мы ни хотели. И Новый год еще вроде не скоро, и не за горами. И каждый год, что мы делали на Новый год? Ой, на Новый год, мама, на Покрову. Значит, уже должно было все быть собран урожай на огородах. В погребе вся консервация должна была быть. И делали так, что после этого праздника забивали скотину. Это как мне бабушка рассказывала. И полностью закатывали сало, все колбасы. Но! Я не об этом, мои хорошие, мои дорогие друзья. Сегодня у меня великий праздник. Величайший. Вот, я сегодня встала в 5 утра и поздравила свою дорогую, мою самую красивую в мире Веру Анатольевну. Итак, мамочка, с праздником тебя. Кстати, это мой ребенок пришел. Значит, мои хорошие. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нашим поздравлениям. Цветы я потом покажу. Цвет, они уже стоят просто в вазах, понимаете? В вазах. Аля, как она улыбается. Аля, как она улыбается. А пахнет как. Ой, пахнет, как майская роза, хоть и октябрь месяц. Значит, хочу поблагодарить. Девочки, вы мне перебиваете. Поблагодарить с работы девочек, которые поздравили, позвонили, Степаша, выйди. Побеспокоились. В общем, все поздравления, все подарки, поздравления, все принимается. Значит, моей маме сегодня исполнилось 31 год. Подождите. Ну, а чего ты сейчас? 71. Мам, мне 21, тебе 31. Хорошо. Помни, говорю, мама. Мама, я помню, когда она была молоденькая, я говорю, мама, ты девушка или женщина? Не знаю, почему. Нет, не так ты говорила. Мам, вот ты мне скажи, ты девчата чи женщина? По городу идем. Да. А потом, мама, ты красила стрелки, а я тебе говорила, мама, пожалуйста, ну не красься. Не... Скромность. Это же бабушкина наука, помнишь? Да. Должна быть девушка скромная. Я говорю, мама, ну почему? А у нее ресницы вот такие вот. Ресницы, да, стрелы. Да, да. Длинное платье, длинные волосы. Да. Идем, на нее мужчины все обращают внимание, пристают, вспомни. Я иду, реву, плачу. Мама ревновала. Ревновала, я не хотела, чтобы клюдочка вообще не клюдочка. Я тогда на шпиляках. Да, чтобы какие-то дядьки. Извините, у нас немножко дисбаланс по росту, ребят. А вот, Люда, встань тут, пожалуйста. Какой дисбаланс? Вот. Значит, сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Люда, не надо. Встань за весь свой красивый рост. Сегодня вот сейчас такое поздравительное видео. Мы ждем. Я сейчас поеду на своих шикарнючих жигулях. Заберу две сестры. Три сестры сядут за стол и будут спевать песни. Да, которые позабывали половину. Они, девочки, не публичные, но натихаря. А я танцы-то устрою. Мне пить нельзя. Я с пьянки дурная и веселая. Но я за рулем. Я когда уже всех отвезу, потом тоже, наверное, ряпну за мамой на здоровье. О, нет. Что? О, ну, мама, не переживай, я бьянить не буду. Значит, она мне сегодня говорит, я же позвонила одной сестре, второй сестре. Мои девочки там, аж тетя Катя аж расплакалась. Ой, как хорошо, ой, какая ты молодец. Вера, с гулькой на голове ходит. Ой, давай, вези. А вдруг это, это последний раз, чтоб я этого больше не слышала. Чтоб еще было 28, 29, 30 раз. Мама, жизнь прожить. Слушай меня, что я тебе скажу. Не поле перейти. Да, девочки и мальчики. Да. Так что мы с удовольствием, когда выпьем по 100 грамм, будем читать ваши комментарии. Надеюсь, будут только добрые, хорошие, верную сторону. Значит, долгих лет, мам. А мне здоровья вообще богатырского. Я желаю себе в этот день богатырского здоровья, чтобы я могла дальше тянуть вот эту вот красотку одну и вторую, потому что я у них корабль, их не корабль. А они мои весла. Да. Мама, ты мое самое главное переднее весло. Да. И если оно сломается, я не знаю, что я буду делать. Мне придется руками грести. Я так уже на ровном месте падаю, понимаешь? Просто падаю. Так, мама, значит, что ты хочешь пожелать себе в этот день? Самое главное, девочки, все у меня, все есть. Всем я очень рада, всем я очень довольна. И на работе очень любимые девочки мне все. Большое вам спасибо за все. Вы знаете, нет, что ты хочешь пожелать? А я хочу пожелать, самое главное, чтобы ножички у меня ходили. Чтобы ножички меня слушались. Топ, поет малыш. Да.
Пока разбегаюсь, надо же, мама, что ты так рано встаешь? Я говорю, я расхаживаюсь. Да, после этой прививки вообще, конечно, что-то вообще слабое, страшное. Да, 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 ребята. После, я уже заметила, после прививки, что раздала позиции, но выглядит она прекрасно, посмотрите. Выглядит она хорошо. Да, сейчас я камеру переверну, подожди, она любит покружиться. Вот, сейчас, секундочку. Так, наделась на скорую руку, ребята, извините, немножко света не хватает. Мы в моей келье, мы не в Людином офисе. И не в мамином офисе. А вот я все, гляньте, вот, блин, вот, смотрите, какая любовь. Женечка, ты моя. Самое главное, мама, что он тебя узнает. Поздравляешь, Латочка моя. Не выдержал, котеночек ты мой. Так, ребята, я сейчас выгоню с вашей шерстью. Тихо, идет съемка. Смотрите, и вот еще одно животное пришло. Так, выйди. Ладно, так, прическа хорошая, голову помыла, выглядишь прекрасно, стрелочки подкрасила. В общем, все с тобой хорошо. Значит, еще, мама, держись. Сегодня еще будем тебя снимать. Держись со всех сил. Не улягся спать. Хорошо, выдержу. В этот момент выдержу. Пять котов. Сколько радости. 20 собак. Ладно, мои хорошие, надеюсь, вы все присоединяетесь. Продолжение следует. Да, продолжение следует. Надеюсь, вы присоединитесь к комментариям. Людочка, еще пока. Ну, это пока. Какие орехи? Там орехов нападало много. Да, она будет орехи собирать, а я сейчас путь дорожку за сестрами. Я сделала шубу, я мариную сейчас мясо, сделаю в духовке картошку с мясом. В общем, надеюсь, я еще это все сниму. Ну, знаете, сниму. Танцы, Вера моя любит по чарочку. А? Это полминуты позовеют меня мои животные. По чарочку. Хорошо, мам, сейчас по чарочку любит потанцевать. Так, какие животные? Вот, посмотри, что они любят. Я не знаю, я сейчас заплачу. Их нельзя снимать. Боже мой, Люда, ты все можно снимать. Чего? О, ты ковры постелила. Вот, да. Я уже картинку. Офис. Люда говорит, нельзя снимать животных, чтобы не злазили. О, какая Вера красивая. О, теперь мы в другом ракурсе. Посмотрите, какие. Это подарил Евгений. Женечка цветы подарил. Он перед работой. Мама говорит, боже, какие он мне говорит слова. Сидите, тише телевизор. Какие, говорит, он мне говорит слова сказал. Говорит, я аж плакала. Это подарила Людочка. Вчера ездила вечером. Купила вот такие красивые лилии. Тычинки поубирали, чтобы, знаете, запах дурманящий не шел. Так, ой, боже. Да чего нельзя? Мы как цыгане. Кто-то говорит или что? Мы как цыгане. И телевизор, и... Я пошла орехи собирать. Все, иди собирай орехи. Иди, хоть там минут 20 не собирай. Вера уже готова. Так, я сейчас зайду в АТБ, куплю, что надо. Куплю бутылочку лимонадика куплю. Закуска у нас есть. А, и сыр голландский ты просила купить. Да, сыр голландский. Все, хорошо. Все. Животные тебя поздравили. Шубу ты сделала? Шубу я сделала. Я повесила портрет. Не ревнуй, моя. Ну и правильно, вот тут и место. Не ревнуй. Да, держи. Наташа и внучка, дочка и внучка. Все, мои хорошие. Ждем от вас комментарии, ждем поздравлений. Уже вчера девочки начали мои поздравлять. Так что, мои хорошие, всем мира, всем добра. На сегодня мы с вами еще не прощаемся. Да ну, Господи, Вера Анатольевна, дайте мне трибуну. Ну, хорошо. Ну, где? Ну, да, а ну, гомони его. Столько радости. На улице, кстати, погода не очень такая хорошая. Все, всех люблю, всех целую. До новых встреч.